Стартует лихач-водитель на улице энтузиастов. Нарушая правила дорожного движения, неизвестный уходит в отрыв от сотрудников сразу после законных требований экипажа об остановке. В ходе непродолжительной погони нарушитель и его автомобиль были задержаны. За рулем находился мужчина 1984 года рождения с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Любителю пьяной езды грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.